Полное описание и точно дата выхода 44-й серии турецкого сериала «Ветреный». 44-я серия сериала выйдет в эфир 23 октября. В новой серии мы увидим, как отец Реян не знал о том, что его возлюбленная беременная. Тогда он ушел в армию, и девушка не успела ему сообщить этой радостной новости. Но потом обстоятельства сложились таким образом, что по возвращении из армии мужчина забыл про любимую. Жизнь закрутилась и в итоге развела влюбленную пару. По этой причине он не знал, что у него есть родная дочь. Реян пришла в дом Казизе, и она отдала ей камень с могилы, где была похоронена ее родная мама. Азизе была шокирована этим и напугана. Она не понимает, что это может означать. Миран говорит Реян о том, что он не может без нее и готов отказаться от собственной жизни ради своей возлюбленной. Реян также пришлось отказаться от многого, но только не от Мирана. Она также его любит и надеется, что им удастся прожить вместе долгую и счастливую жизнь. Миран позвонил Аслану и сказал о том, что им необходимо встретиться для того, чтобы свести счеты. Между Мираном и Асланом завязалась драка, и на тот момент у Мирана в руках находился пистолет. Так получилось, что Миран выстрелил в Аслана. Азизе поняла, что это Миран выстрелил, а Азизе сильно испугалась за своего любимого. Напомним, 44-я серия сериала выйдет в эфир 23 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.